2018 год. В гостях у Урганта Навка. 20 тысяч просмотров. В гостях у Урганта Навка и Загитова 420 тысяч просмотров. Вот такие у Алины рейтинги. Алина Загитова летала под куполом и пробовала себя в парном катании. Даже сделала высокую поддержку. На заключительном шоу 7 января Алина испытала множество положительных эмоций, но как на показательных после соревнований. В общем, оторвалась по полной. Разыграла целый мини-спектакль с коллегами по мюзиклу. На фотосессии на льду болельщики подарили огромный букет алых роз, который был просто больше, чем сама Алина. И устроили сюрприз для Алины, усыпав солнышками весь лед. Конечно же, все, кто пришел на шоу, имели возможность вживую пообщаться с фигуристкой, получить автограф и сфотографироваться.